Пацаны, давайте кто дольше под водой продержится. А давай. Давай. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Ладно, пацаны, надоело уже купаться, мы 2 часа купаемся, поехали на мотоциклах покатаемся. А чё, поехали? Ребят, я тоже с вами хочу поехать. А ты куда собрался? У нас только 2 мотоцикла. Не, Жора, какое едешь? Только у нас 2 мотоцикла. Ну, пацаны, ну мне будет очень скучно одному, ну придумайте что-то, я хочу с вами поехать. Ну, Жора, есть только вариант с великом, цепляйся за выхлопную трубу. Нет, только велик. Ну ладно, пошлите. Жора, у нас, короче, есть... 2 велика, один побольше, один поменьше. Тебе какой? Ну давай большой. Вот, Жора, есть. Побольше синенький. И этот поменьше стоял, красный. Саш, я, наверное, этот побольше возьму. Ну окей, тогда выкатывай велик, а Арсений выкатывай мотик свой, а я мотик свой. Жора, ну что, ты готов? Ну да, вроде готов. Ну да, Жор, только ты помнишь, что нужно крутить педали очень быстро, чтобы за нами успевать. Пацаны, а если я не успею? Ну давай сначала проверим, а потом уже будем думать. Пацаны, вы куда? Я совсем отстал! Ну, блин, велосипед это не то, мотоцикл мне нужен. Мотоцикл! Блин, Арсений, стой! Жоры совсем не видно! Да он отстал, он на своем велике не может быстро крутить. Давай разворачиваться. Да, давай, а то, наверное, он сейчас совсем расстроится. О, пацаны! Что ты, Жорочка, отстал? Да, конечно, отстал. За вами невозможно доехать на велике. Ладно, поехали домой, будем что-то думать. Да, поехали. Поехали. Где этот Жора? Вот он заезжает. Чё вы такие быстрые, ребята? Ну да, Жора, надо что-то думать. На квадрике не получится. Там аккумулятор опять разрядился. Я тоже вам думал квадрик предложить, пацаны. Квадрик не вариант, это точно. Сань, у нас же есть какой-то маленький моцик. Ну есть, да, 50 кубов, оранжевая бензопила. Так может и на нем, пацаны? Че, давай попробуем. Пойдемте. Тем более я на этом мотоцикле у вас катался и не раз. Откатывай. Ну вот, нашли решение. Ой, что-то ему плохо. Ого. Че он такой маленький, пацан? Что-то он пыльный, как и ты, Жора. Дайте, присяду. А это что торчит, Жорик? А где, как мотоцикл, ребят, завести? Вот тут карбюратора нету, Жорик. Походу, тут папа что-то с ним творил. Точно. И карбюратора нету, и даже заводки. И свечи нету. Блин, пацаны, походу, с вами уже сегодня никуда не поеду. Так подожди, может, мы его поремонтируем? Ага, посмотри, там половины мотора нету, что ты поремонтируешь? У тебя карбюратор и свеча есть?
Карбюратор может быть и есть, а вот свечи и заводки точно нету. Ладно, тогда не вариант. Слушай, может мы его привяжем на шнурок к моцику, а потом отпустим? Ага, ты чё, это опасно. Представь, какая скорость у моцика, он разгонится и что? И тормоза сломаются. И я улечу. Не, ребят, я так боюсь, вы очень быстро ездите. Саша, я походу что-то вспомнил. Вспомнил, у тебя был какой-то среднего размера мотоцикл, и ты на нем перестал ездить. Точняк, Саня, это 110-ка, когда я на нем раньше катался. Подожди, а где он? Так мы его, наверное, кому-то отдали. Да нет, папа его просто наверх убрал. Что, точно? Так пойдем достанем. Только мне кажется, он будет там поломан чутка. Сань, ты давай выкатывай. Что-то он скрипит, Жора. Да-да. Блин, может, он тоже не рабочий, ты не знаешь? Да я не помню, давно это было, давно мы на нем катались. Вот, смотрите, пацаны, он как новенький. Папа его убрал, и даже пыли на нем нет. Ого, как он красивый. Ну что он так шуршит? Давай попробуем завести. Так, давай посмотрим, есть ли тут все. Так, так, мотор карбюратор есть, карбюратор есть, чай есть. Ну попробуй завести. Ну давайте. Ой-ой-ой. Так, Саня, тут авто это, заводка есть. Ну давай попробуем автозаводкой. Под газовой. Нет, что-то он не заводится. А ключ работает? Не, ключ, смотри, вот я провернул, все равно не заводится. Я с кикстартера сейчас попробую, может, с автоматической заводки вопросы. Блин, ну только заведись, пожалуйста, пожалуйста. Вау! Заглох сразу. Сань, давай еще попробуем. Глохнет сразу. Пацаны, а почему, Я не знаю, в чем причина. А я, кажется, знаю, в чем причина. Походу, карбюратор, в нем какая-то проблема. Ну давай поменяем карбюратор, у нас же есть запасной. Если заведется, тогда кайф будет. Вы будете целый день чинить, и я не покатаюсь. Да нет, какое? Тут карбюратор минут 10 поменять. Да вообще быстро, я тогда сейчас пойду за карбюратором. Да он там, на второй полке лежит, Арсений, найдешь. Вот, Саня, новый карбюратор. Что это такая за трубка гигантская? Ну так это не вот этот необычный моцик. Ну ладно, давай сейчас попробуем его как-то поменять. Я помню, с папой менял на этом. Короче, неси инструменты, сейчас будем менять. Так вот, смотри, вот тут болт откручиваешь, и там такой же. И все, и снимаем карбюратор, спокойно его меняем. Давай, Саня. Так. Это большой. Вот такой поменьше возьмем. Пацаны, вам чем помочь? Принеси салфетки. Ладно, я пошел в дом за салфетками. Сейчас я принесу еще поменьше гаечный ключ, если этот не подходит. Все, все, Арсений, я уже открутил, не надо. А, ну ладно. Смотри, как он, видишь, грязный весь. Поэтому и не заводился, скорее всего. А тут просто жесть. Круто вы на нем гоняли, что он такой грязный, этот карбюратор. Так, давай ты уже, Арсений, закручивай новый карбюратор. Сейчас будем заводить. А этот уберу пока. Последние гаечки остались. Давай, Арсений, проверим. И вот эту вот. Да. Все. Все. Очень туго затянул, давай пробовать. Какое пробовать? Подожди, надо сначала цепь смазать. Смотри, Жора, слышишь, вот как он скрипит? Сейчас ВД-шечкой попробуем смазать амортизатор. Ну-ка, Жора, сядь, давай, протести. Так, давай. Ай, как же хорошо. Ладно, давай теперь цепь. Это не очень важно. Давай, так давай, может, мы попробуем завести и прокусим. Сначала цепь давай. Мы там сначала ВД-шечкой мы ее очистим, а потом смажем. О, чуть-чуть поскрипывает.
Так и должно быть. Давай, Саня. Сейчас будем смазывать, подожди. Ну, давай, Саня, только аккуратненько, чтобы на пол много не было. Подержите. Медленно, медленно куси. Ну, крути. Все, я думаю, хватит. Ну, а пока Саня руки пойдет помоть, я это занесу. А я тогда инструмент Арсению отнесу. Я тоже пойду руки помою, а то вымазал в карбюраторе. Ну что, Жорик, час X проверяем. Давай. Ты попробуй сейчас автоматического. С электростартера попробуй. Ну, давай. Подгазовывать надо. Вау! О, слышишь, как работает? Тихо вообще. Дай-ка погазую немножко. Пацаны, я походу с вами еду. Ну да, походу едешь. А, так еще и Санин шлем старый есть. Как раз все, Жора, поедешь. Ну что, банда, выезжаем. А бензин у вас есть, пацаны? Блин, точняк, ну мы тебе бензин забыли залить. Иди в гараж, там в гараже канистра есть, тащи ее и сюда. И воронку возьми. Хорошо. Это ж надо, чуть Жору в лесу не оставили. Я не нашел. Там зеленая такая. Держи. Дальше. Там, кстати, есть чуть-чуть бензина. Ну, совсем чуть-чуть. Давай чуть-чуть. И все. Ага. Вот, полный бак Арсений пустил. Молодец. Пацаны, давайте быстрее. Я уже насос спарился. Так, все, я готов. Я тоже. Ну что, пацаны, куда поедем? В лес, да, направо. Лес. Лес направо и туда. Жора, ты по лесу хотя бы раз катался? Нет! Ну все, поехали тогда сейчас туда, очень на медленной скорости. Понял. Арс, туда, в лес. Жора, много мы так круто не катались. Да-да. Все, поехали постепенно до дому. Thank you.
Я круче не видел этих покатушек и круче не катался. Пацаны, ну очень жарко. Мы с Жорой аж вспотели. Саша, ты вспотел? Да. Ну... Все, погнали в батик. Погнали. А что, не залез? Жор, давай по-обычному. Да, стой, стой, стой! Я не залез. Ой. Ох, вот ты мой квадрик. Сейчас я тебя заведу. Эх, ты всю зиму стоял, весь грязный. Ну ничего, сейчас я тебя быстренько помою, заведу, и сейчас мои пацаны приедут, сейчас будем кататься. Наверное, надо для начала попробовать его завести, а то я его выкачу, а он не заводится. Не понял, даже звука не издает. Капец, аккумулятор походу за зиму сел. Ну ничего, я знаю, как тебя завести. Плюс на плюс, минус на минус. Арс, ты в гараже? Поехали на моциках покатаемся. Ага, какие моцики? Ко мне сейчас друзья придут, у меня квадрик не заводится. Хм, а зачем тебе квадрик? Как зачем? Я обещал, что на квадрике покатаемся. Ну не работает и не работает. Не парься, на моцике покатайтесь. Так я покататься-то и могу, а пацаны нет, они же не умеют. Ну блин, да, вопрос. Тебе что, помочь? Да, помоги, а то я тут за ночь докопаюсь. Тогда вот сидушку снимай, а я пока что крокодилы прицепляю. Это с другой стороны. Да-да, мы сейчас его быстренько заведем и поедем. Так, плюс-плюс. Минус к минусу. О, фары заработали, сейчас его быстренько заведем. Блин, да чё он все время глохнет? Походу проблемы с карбюратором или с чем-то. Так может бензина нету, Арс? Сейчас проверим. Нет, есть. Полбака. Чё же он тогда не заводится? А посмотри, может вентиль топлива перекрыт? Нет, включен. Блин, неужели как в прошлом году карбюратор сдох? Да подожди, дай я еще раз попробую завести. Опа, глохнет все равно. А че он глохнет? Да, похоже, все, с карбюратором проблема. О-о, прогрелся, видишь, работает. Опять заглох. Блин, точно, с карбюратором вопрос. Да еще воняет жутко. Блин, что ж теперь делать? Пацаны-то вечером приедут, неудобно будет. Да не переживай, сейчас разберемся. О, так подожди, я сейчас другому позвоню. Он как раз квадриками занимается. Он нам карбюратор балу быстренько подгонит. О, давай, так звони скорее. Опачки, Арсений, танцуй. Вот и карбюратор. Че, правда? На, держи. Кайф. Сейчас быстренько поменяем. Только надо, скорее всего, квадрик на улицу выгнать, а то тут неудобно будет и на мусоре. Тут места мало. Проехали, слава богу. Вот так вот. Сейчас тяжелая работа нам предстоит. Нужно все обшивку будет снять. Арсений, тащи скорее инструменты. Да тащу, тащу инструменты. Ну, давай работать тогда. Арс, ты где пропал? Неси быстрее коробку для гаек. Да несу уже, несу. Сейчас мы быстренько снимем. Так, бампер открутили. Да мы уже почти все открутили, только руль осталось. Все, она нам по идее не мешает, можно и карбюратор менять. Придется все-таки бак снимать. Ну походу да, потому что с ним мы не долезем до карбюратора. 13-й ключ дай мне, пожалуйста. Вот 13-й. Опа, подошел. Да.
Готово, ну что, приступаем к работе. Вот наш карбюратор, сейчас мы тебя поменяем. Все. Ой, фу, все, весь бензин капает. На, новый, давай, старый, я уберу его. Так, как он тут должен? Так, да, он должен вот так вот стоять. Где эта штука должна быть внизу? И... Да, вот так вот. Короче, давай прикреплять. Оп, так, все. Стал на место, докрутил. Давай быстрее, я уже руль задолбался держать. Все, осталось совсем чуть-чуть. Нажми газ, проверь. Ну, работает. Вот, вот, да, работает. Оп, болт и прокладочку надо до конца вставить. Киньте. Опа. Так, ну, получается, бак мы уже присоединили, карбюратор поменяли, осталось дело за малым. Ага, проверить лишь бы он заработал. Вот этот? На 12. Нет, еще больше. Вот на 12. Это на 12. Это на 14. На 14. Да. Только бы он заработал. Столько времени потеряли. Да-да, крути, крути, крути. Сильнее, сильнее. Давай. Чисто практически. Все, теперь тут его надо прикрутить. Или лучше сразу проверить? Давай лучше проверим. Так, Саня, ну что, я крокодила подключать сейчас буду. Давай подключай. Плюсу. Подготовывай, он на нейтралке. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой, пошла. Дай. Ребят, как же у нас получилось, мы с Саньком смогли починить квадрик. Ну что, Арсений, сейчас заканчиваем, дособираем квадрик и едем кататься. На моциках? Ну я на моцике, а ты теперь-то на квадрике. Да, класс, ребятки, все вышло. Ну что, завели, завели, теперь сидушку нужно поставить. Так, а я тут тряпочку сохраняю. Окей, сейчас Сарс его пока промоет, я моцик выгоню и вместе кружочек с ним дадим. Сейчас я тебя чистеньким сделаю, мой дорогой. Ах ты, мозг мой любимый. Арс, твой шлем брать? Да. И вот тут вот хорошо протри. Опачки мой. Арсенин и мой. Опа-на! Шлем! Окей. Ну все, в принципе, протер нормально. Поехали! Тут ты, Саша, и газуешь. Открывай ворота. Открываю, открываю. Ребят, а вы были на канале Брос Шоу, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! А я на моцике тогда. Скучно, Арсений только через 2 часа придет. Чем бы заняться? О,
Так и пока Арсения нету, пойду на его моцике покатаюсь. Да, хороший я Арсу моцик подарил. Быстрый, мощный полуавтомат. Это не то, что мой моцик. Все время скика заводить. Ах ты красавчик какой. Шармакс Пауэрмакс 190. Ладно, за шлемом и покататься. Ух ты, нифига себе, как он его вымазал. Сразу видно то, что катался. Да, жалко, сейчас дождя нету, я бы тоже так покайфовал. Ладно, пойду я за шлемом. Не поняла, что это за звуки. Это точно звуки моего Шармакса. Это кто его без меня посмел взять? Офигеть, ничего себе! Это мой моцик? Саша, ты кто разрешил брать мой мотоцикл? А чё ты дома? У тебя ещё два урока. Да отменили два урока, ты чё, они на своём, а на моём? Я тебе его вообще-то подарил. Что, тебе даже прокатиться нельзя? Нет, нельзя. Я же спрашивал разрешение, чтобы на твоём покататься раньше. Конечно, я ж тебе классный подарил. Ну, спасибо тебе, но без разрешения не бери. Я катаюсь, кайфую. Можешь спрашивать, и тогда тоже будешь кататься. И вообще, катайся на своем. Как это на своем? Там колесо заднее спущено, и масло менять надо. В смысле у тебя колесо спущено, и масло менять надо? Ага, в смысле? Хочешь, покажу? Да, блин, хорошо, я покатался, грязный ты весь. Зато я тебя хорошо прогнал, и теперь точно знаю, что ты мощный. Саша, что ты там громишь? Вот, сразу видно то, что заднее колесо спущенное. Ага, спущенное. И масло, хочешь покажу, какое черное? Я его с прошлого года еще не менял. Во! Ну да, ну ты и даешь. Так давай быстренько поремонтируем, масло поменяем. Я буду на своем, а ты на своем кататься. Ну, в принципе, вариант неплохой вместе кататься. Только ты давай тогда пули за маслом, а я буду снимать шину, колесо заднее снимать. Ну окей, я тогда побежал. Надо-ка проверить еще в Шармаксе, может... Тоже нужно масло менять. Нет, тут масло хорошее. Ну, тоже нужно скоро будет поменять. Ладно, пошел я за набором. Так, так, так. Да, старичок, ну ты и пожил, пожил. Мне бы теперь такой моцик, как у Арса. Опа, подходящий. Так. Ну все, в принципе, я-то уже открутил. Надо что-нибудь поставить, чтобы он не падал, держался. Так, чтобы поставить. Вот ведро. Вот такое вот ведро можно его подставить. Оп. Так, это же надо еще это масло найти. И, по-моему, на этом авторынке как-то было это масло. Блин, дождь начинается. Надо в гараж постепенно переходить. Точняк надо прятаться. Так, так, так. О,
Вот масла для мотоциклов и питбайков. Так. Это не то, 10V60. О! 10V40. Подходит как раз для нашего питбайка. Думаю, лучше сразу же две возьму, про запас одну. Вот и полил уже. Опачки, вот и сняли колесо. Дождь, ребят, смотрите, так и идет. Все, теперь колесо в машину нужно. Так. Все сплотил. Спасибо. До свидания. Да нет. Все, я купил его масло. Если что, и в своем заодно поменяю. Так что все, Саня, скоро будем гонять. И узнай. Здесь Саня, видишь, как сейчас меняют? Раньше все это ломиками меняли. Это правда давно было при царе Горохе, когда я был такой, как ты. Ну что, Саня, уже сегодня покатаешься? Ну конечно. Вот с простой еще сначала завести надо. Ой-ой-ой, сейчас домой приедем, ставим и поедем. Все, пап, спасибо за помощь. Интересно, Арс уже приехал или нет? Опачки. Хорошо, что хоть тучи прошли. Сейчас поставим колесо и поедем покатаемся. Цепь одел теперь. А теперь болтики мои, мне нужны болтики. Надо все закреплять. Паша, ты где? Тут я тут колесо ставлю. Ты где так долго был? Я уже с папой успел на шиномонтаж съездить. Да я твое масло искал. Все, давай, берись, сейчас помогать мне будешь колесо ставить. Хорошо. Еще. Все. Все, дай-ка сейчас проверю. Главное, чтобы колесо сейчас крутилось. Нужно вот эту вот убрать, палку. Ой-ой-ой, сейчас проверим на тормоз. Передний работает, задний. Тормозит. Тормозит. Все? Все. Заводим его, меняем масло. И едем. Сейчас проблема будет его завести. Так. Держи мой телефон. И неси пятилитровик и нож. Там пустой пятилитровик. С первого раза почти. Вот это сила, вот это мощь, с первого раза завелся. Пусть пока прогревается, сейчас сделаем емкость, чтобы сливать. Да, теперь набор инструментов нам нужен. Вот, видишь, здесь болт. Его нужно открутить, и польется масло. А, ясно. Все, пошло. Черное. Нифига себе, оно черное. Конечно, оно целый год не менялось. Болтик мы сюда.
Вставляем. Сейчас мне нужна твоя помощь. У тебя же руки не липкие, да? Не вязкие. Сейчас будешь закручивать болт. Бери сюда. Ключ бери. Вправо, вправо. Крути, крути. Арс, надо залить 800 миллилитров на, чтобы там 200 осталось. Так, давай ворон. Не так быстро, помедленнее. Короче, когда зальешь, когда будет на половине, проверим щупом. Когда будет 500. Вот так, держи. Так. Чтобы оно не лилось, смотри, сейчас проверим. Не-не, нормально, лей. Еще лей давай. Еще даже на щуп не попадает. До 200? Да, совсем капельку. Капельку, все, хватит. Все, держи. Последний раз проверяю. Все. Угу. Есть. Масло нащупить. Сейчас будем заводить. Сначала нужно все эти инструменты убрать. Все убрал, все. Все, проверяем. На новом масле. Первый завод. Я проедусь, проверь, с колесом нормально? Проеду. Посмотри, колесо не виляет? Нет, нормально. Давай. Все, пригоняй свой. Классно, что у меня новый мотоцикл, Шармакс. Ребята, если вам нравится мой мотоцикл Шармакс, вы можете пройти по ссылке в описании и посмотреть, и ознакомиться с товаром. Все, погнали, Саша. Что, Арсений, ты на чем поедешь? Я думаю, я на Шармаксе поеду. Ну, я тогда, наверное, на квадрике. О, отлично! Шармакс с краю стоит. Саша, я выкатываю, давай ты тоже поскорее. Папа едет. Пацаны, это вы куда собрались-то, а? Да, покататься сейчас поедем. А почему у тебя такая машина грязная? Ты что, я помыть забыл? В смысле грязная? Я ее вчера мыл. Ё-моё, опять мыть надо. Да, пап, ну ты свинка. Ой, ладно, сейчас помою, чистенькая будет. Санек, поехали, давай, стартуем. Все, пока, пап, мы поехали. Едьте, едьте, машину спокойно помою. Ну что, Арсений, к полю поехали. Саш, поехали в лес. Хорошо. Потом сразу налево повернем.
помощники растут. Вместо того, чтобы сказать: батя, давай машину помоем, так взяли и укатили на своей покатушке. Я батя все время в детстве машину мыл. Ё-моё. Она так замазывается, я не знаю, грязь что ли притягиваешь, а? Намазать каким-нибудь антистатиком, не знаю. Вот, смотрите, с кем я сегодня сменял кимон. Арсений, видите, на своем мотоцикле. О, как бокс. Едет на борт. Ой-ой-ой. У нас в селе катается, а сейчас вот. Я его вывез нормальное такое. Нормально такие покатушечки. И жопа грязная, и крыша грязная, вся. Свинья, а не машина. Ас! Поехали уже домой, мы здесь уже давно. Ну окей, давай тогда, поехали. Круто покатались. Ну ты, папа, молодец, конечно. Мой. Что уже, накатались, да? Покатушечники. Чё, самому хочется? Ладно, пап, мы с Сашей, короче, пошли в компы поиграем. А ты мой. Папа, и оставшиеся машины помой, а то комара что-то грязное. Идите, куда шли, без вас разберу, что мне мыть. О, другое дело. Пойду полотенце возьму, да протру. Ну что, вместе играем? Ну да. Где тут моя тряпка была? Это что такое? Мне говорят, что у меня машина грязная. А у самих техника так вообще как... Капец, она засыпана песком просто. Ну сейчас вы у меня тряпки в руки. И будете сами еще и комара потом мыть. Не, ну это наглость вообще. Мне указывают, что у меня машина грязная, а за своей техникой так вообще не следят. Э, пацаны! Пап, что ты хочешь? Я только сел. Дело к вам, давайте сюда идите, пацаны. Ну что тебе надо? Да, папа, иду. Ну что? Пошлите, кое-что важное вам показать надо. Давайте. Мы только что с улицы, ты не мог тогда показать. А тогда я еще не знал, насколько это важно. Идем. Ну идем. Вуаля! Что, квадрик, моцик. И еще один моцик. Не сизы, от грязи просто. Вы мне говорите, что у меня машина грязная, хотя я ее вчера мыл. А у самих технику когда последний раз мыли? А под колесом годовалая грязь уже, вообще. Быстро тряпки, керхер, и чтоб все блестело мне просто. Пап, блин, у нас планы были поиграть. Вот, ваши планы плавно перетекли в помойку машины, мотоцикла. Ясно? Ясно. Блин, как всегда, не вовремя. Вовремя, не вовремя. Я теперь следить за вашей техникой еще больше вас буду.
Ладно, Арс, давай выкатывать, а то он больше нам точно покататься не даст. Давай. Зато так хорошо мы покатались. Ну подумаешь, чуть-чуть вымазали. Ну все, я первый мой, а ты потом. Не, я первый, я с друзьями играть договорился, и плюс у меня мотоцикл меньше. Ничего не знаю, тоже хочу быстренько все сделать и отдыхать. Не, давай на чифифо. Ладно, на чифифо давай. Давай, первый ножницы. Чифифо. 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 Все, я первый мою. Вот блин. Ну, придется тебе подождать, я первый буду мыть и играть. Я его сейчас на минуту обмою. Арс, ну сколько можно мыть, давай быстрее. Ну ты жди, ты в комменты проиграл, я сейчас его хорошо обмою и тогда пойду играть. Ну все, в принципе, он чистенький, вон. Все, теперь я его хорошо помыл. Ни одной пылинки нету, а теперь на, твоя очередь, иди мой. Пусть сохнет, все, я играть. Откатить, мне-то где мыть? Ой, ладно, откачу. Санек, ну не брызгайся. Давай проваливай быстрее, я тоже хочу быстрее помыть. Зато покатались круто. Ну что там, слышу, моет? Сейчас проверю. Ну чё, Саня, моешь? Мою, мою. Арс где? А он уже помыл. Что, всё помыл? Ну да. Это называется помыл? Сидушка грязная, болотник грязный. С него ещё и сыпется. Здесь вообще не мылка. Капец, это годовая грязь. Ё-моё. Арсений, иди сюда. Правильно, правильно, папа, плохо, он помыл. А ты давай тоже мой, все, вон еще песок сыпется с твоего квадроцикла. Папа, лучше ты от меня хотел, я помыл уже мотоцикл. Чтоб ты так сам мылся, как свой мотоцикл помыл, иди смотри. Ну что, чистый же. Вот это вот чистое? Это Саша свой квадрик мыл, пыль на мой мотоцикл вот села. Вот да? А вот это тоже он взял, прилепил сюда все, да? Да. Арсений, после Саши берешь и перемываешь, все. И вообще вдвоем за такую работу, как вы, плохо моете. Вот еще, это потренируетесь, видите? Это, кстати, вот от вашего всего катания налетела она. Все, комара тоже помыть. Папа, ну это полдня займет. Папа, а я тут при чем? Я же нормально мою. А это чтоб тебе обидно не было, все. Какое обидно! Мне наоборот обидно. Ребята, а вы были на канале? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это все из-за тебя. Теперь мне надо все перемывать. Капец, обмочил меня всего болтус. Ладно, ребятки, пока-пока. О, пацаны пошли в гараж. Да, хорошо, мы покатались, только ты перевернулся на этом квадрике. Да не виноват я полез не заметил, вот перевернулся. Ну что теперь, он не заводится, значит дело в аккумуляторе. Да, наверное, вся кислота вытекла. Да, теперь, наверное, аккумулятор нужно будет менять. Ну или, по крайней мере, кислоту найти какую-нибудь. Ага, найти. Главное, чтобы папа еще не узнал. Да что ты переживаешь, купим этот аккумулятор. Либо сегодня, либо завтра. Папа все равно на нем не катается.
Это точно, это еще повезло, что он не катается. Ладно, я тогда поехал, наверное, на том Шармаксе покатаюсь немного, а потом ты покатаешься. Тогда тут в интернет-магазинах новые аккумуляторы поищу. Окей, заметано. На покатушки, наверное, собрались. Так. Давно я с ними не катался. О! О! Стопе! Стопе! Пацаны, сегодня я с вами. Какое с нами? На чем? В смысле, ты на моцике, Арс на моцике, а я на квадрике покатаюсь сегодня. Блин, зачем ему с нами ехать? Не, пап, не получится. Не получится так. Ты же видишь, я на сегодня на моцике еду. Ё-моё, походу мы попали. А, пап, это Саш на моцике, карбюратор сломан. Как сломан? Ты что, его до сих пор не поменял? Во, лежит! Фух, как же хорошо, что я его еще не поменял. Да нет, не менял еще. Вот видишь, папа, никак не получится с нами поехать. Сейчас все быстро получится, никто никуда не едет. Чиним этот питбайк, все. Полчаса и новый карбюратор на месте. Саня, ты мне помогаешь. Так, где мой набор инструментов? На, Саша, и дела. Все, никаких у вас дел, ничего. Я за инструментом. Сейчас все дружно меняем карбюратор. Вот, блин, Саня, мы попали. Да ты не ссы, мы пока с папой будем этот вот. Карбюратор менять ты сможешь быстренько. За аккумулятором съездить. Точняк. Я даже вроде помню, где продаются аккумуляторы у нас. Тогда даже в интернете не буду искать. Ладно, я пошел. Давай быстрее, у тебя полчаса-то точно есть. Арс, ты куда собрался? А, я пойду перекушу, я все равно там ничего не понимаю. Да? Ну ладно, вообще третий не лишний, но... Давай, Арс слился, будем сами менять. Давай, выкатывай. На улицу. Тот сначала откати. Ладно, я сам этот откачу. Выкатывай давай. Опа. Саня, ты же знаешь, как менять, а? Давай с этого пластика начинаем. Так, пока ты откручиваешь, я распакую карбюратор. Давай, 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 давай. Опачки. Опачки, вот и новый карбюратор, трубочки. А вот он и сам. Ой, Саня, я почти снял, только приходится наклейку отрывать. Ты, папа, поаккуратнее с моими наклеечками. Ну что я могу сделать? Видишь, болт-то он прямо под наклейкой. О, о, о. Все, я до него добрался. Потом аккуратно приклеишь. Ну, Саня, это уже как получится, извини. Или хороший мотоцикл, который стоит, или без наклейки, но который ездит. Так что выбирай. Ой, ладно, папа, ну давай ты быстрее откручивай. Вот это для воздуха трубочка. Вроде бы такой же, как и должен быть. Где он еще прикручен? Эх, ё-моё, еще одна. Можно будет вырезать в это, в наклейке дырки, чтобы удобнее было в следующий раз. Ну, хорошая идея, хорошая. Вот этим и займешься потом, когда починим. Оп, все готово. А вот и наш карбюратор, карбюратор. Так, что тут откручивать надо, а, Саня? Да, все правильно, крути эти. Так может тогда ты сам поменяешь, а я пойду пока поем. Не, сейчас вообще сам будешь все крутить. Один поесть, второй поесть, потом поспать, а ты, батя, сделай все сам, да? Ну ты же хочешь ехать с нами, значит ты делай. Блин, надо время тянуть, чтобы Арсений успел. Ну что, папа, открутил? Так. О! Вот это шило все грязное. Где новый? Ну вот новый, дай мне этот, я его хоть посмотрю. На. Так, этот фильтр нужно промыть. Ничего себе грязным. Вот это я по грязюке покатался.
Вот от того, что вы в грязюке катаетесь, все и ломается. Так они для этого и предназначены. Так, смотри, этот чуть диаметр не тот. Но будем надеяться, хомутом зажмем потом. Да зажмем. Ты давай тут занимайся карбюратором переустановкой, а я пойду фильтр почищу. Ты что, его в бензине замачивать будешь? Ну а как я его по-другому помою? Конечно. На. Так, мне без чистого фильтра тоже его ставить. Нефиг даже начинать. Надо фильтр поставить, закрепить и потом уже на эти болты ставить. Ладно, тогда я пошел. Сейчас налью-ка я бензинчика и быстренько все помою. Пусть полежит там. Нифига себе он грязный. Ну да, много грязи. Много где бывал уже, я смотрю. Ты все равно кое-что сам моешь, я пойду пока хранилище занесу. Саня, еще бы щетку зубную старую где-нибудь, чтобы его потереть. Пойду поищу, она где-то в доме была. На крайняк твою папа принесу. Я тебе принесу, я только поменял ее. Давай, там 10 старых лежит где-то. Держи, нашел какие-то. Так, ладно, давай вот эту. Так, сейчас быстренько куплю аккумулятор, только надо быстренько, чтобы папа не узнал. Блин, их тут столько. Так, ладно, кажись, вот этот надо брать. Так, отлично, аккумулятор купил. Сейчас надо быстренько домой идти, чтобы папа не узнал, что я аккумулятор покупал. Оп, через проставку. Нормально. Смотри, вроде не слетает. Грязь не должна попасть, ну, через эту щель. Что теперь? Иглу. Назад. Вот так, по направлению. Чик. Ну, папа, мне уже скучно, да я что-нибудь поделаю. Не, Саня, меня процесс уже все захватил в плен. Я сам хочу доделать. Так, я уже подсоединяю топливо. Так. Кажись, еще чинят. Вроде успел. Наконец-то! Ты где был так долго? Ну чё, я уже почти поставил. О, и Арсений поел! Быстрее, быстрее! Так. Папа, а что ты с этим мотоциклом делать будешь, с этим маленьким оранжевым? На металлолом сдам, Саня. Сейчас включу старый и быстренько новый поставлю. Какой же там ключ? Ну попробую. Сейчас быстренько все отключу, все нормально будет. Так. Старенький достаем и ставим новый. Папа даже и не догадается, то, что мы переворачивались. Все, готово. Арсений, ты еще долго, папа уже закончил. Ну вот, только сидушку снимаю. Ты что только снимаешь? Папа уже все закончил, сейчас сюда пойдет. Да ладно, я пошутил, я уже ставлю сидушку, все. Ладно, я пойду папу отвлеку, а ты иди возвращайся в дом. Хорошо. Ну что, папа, ты там еще долго. О, пап! Я? Вы уже заканчиваете? Все закончил. Все, давайте поехали уже. Да подожди, давай, проверяй. Тарантас работает или нет? Работает, конечно. Аллилуйя! Папа, выгоняй квадроцикл и шлем бери. Так, где мой квадрик? Пап, тебе помочь? Блин, аккумулятор старый не убрал. Пап, я тебе сейчас помогу выкатить. Давай,
с той стороны. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай. Подожди. Иди, Арсений, я сам. Тут. Выкручиваешь ты мне тут. Ну ладно, сам так сам. Не буду больше тебе помогать. Помощник. В машину врезал точно. Сейчас я уже шлемчик, очки подправляю и одеваю. Давай, давай, я тоже уже одеваю. Сань, ты еще долго? О, все, поехали.